«Ночь пожирателей рекламы» – это уникальное ночное шоу, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса сразу в двух номинациях – самая большая коллекция рекламных роликов и самое продолжительное шоу. С 22 до 4 утра гостей ждут 400 мини-фильмов, в каждом из которых менее чем за минуту показаны завязка, кульминация и финал – высший пилотаж профессиональной режиссуры. Также гостей ждет фуршет, шоу-программа и интерактивные презентационные площадки от компаний-партнеров. Все это 25 августа в киноконцертном зале «Балканы» оздоровительного комплекса «Дагомыс». Билеты на мероприятие можно купить в интернет-кассах «Кассир Сочи» по номиналу, а также в городских зрелищных кассах.